2018 году в Москве на Воробьевых горах была открыта канатная дорога. Она соединила спортивный комплекс «Лужники» и знаменитую смотровую площадку на Воробьевых горах. Футуристичные кабины скользят по тросам, проплывая над Москвой рекой. Из окон открывается чудесный панорамный вид на живописную набережную Москвы-реки, территорию знаменитого спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание Московского государственного университета имени Ломоносова и многие другие знаковые места столицы. Новый воздушный вид транспорта Москвы уникален тем, что выполняет сразу три функции – спортивную, транспортную и туристическую. На маршруте длиной 720 метров расположены три станции – Воробьевы горы, Новая Лига и Лужники. Опоры на берегах Москвы-реки поднимаются вверх на высоту девятиэтажного дома, то есть 35 метров. В распоряжении посетителей 33 комфортабельные закрытые кабины, каждая из которых рассчитана на 8 человек. Кабины оборудованы медиаэкранами, аудиогидом на 4 языках – русский, английский, испанский и китайский, светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. В кабины помещаются детские и инвалидные коляски. Также курсируют две кабины премиум-класса для молодоженов и гостей, предпочитающих комфорт на самом высоком уровне. Нам удалось прокатиться на закате. Вид потрясающий. Предлагаю и вам прокатиться с нами.